Красногорское управление соцзащиты населения сообщает об изменениях с 1 августа в сроках назначения и выплаты социальных пособий на ребенка, на детей-инвалидов и при рождении третьего или последующего ребенка. Для россиян с 6 до 12 месяцев увеличен срок назначения ежемесячных выплат. А для определения права на пособие, как при первичном назначении, так и при продлении, необходимо предоставить сведения о доходах семьи за каждый из 12 предыдущих месяцев. Ранее предоставлялась информация за 3 месяца. Документы необходимо сдавать в МФЦ. Консультацию по вопросам выплаты пособий можно получить в Красногорском управлении социальной защиты населения.